Ассаламу алейкум всем, кто нас смотрит. Мы хотим вас обрадовать выходом серии книг Нуса и Рара. Да, теперь вы можете не только смотреть мультфильмы, но и читать книжки. Той, спрашивайте книги в ваших магазинах или на сайте Alifbooks.ru. Подарок от Рары. Еще раз я бы хотел поздравить Рару с победой на конкурсе поэзии. Это тебе подарок. О, поздравляем! Поздравляем. Спасибо, мистер Зидан. Всегда пожалуйста. О, как много. Привет, Рара. Я очень рада за тебя. Ух ты, что за подарок? Да, Рара, какой подарок. Тут книга и еще много карандашей. Хочешь одну? О, пожалуйста, бери! А, это карандаши, которые есть у всех и все теряют. Даже если ты мне дашь его, он мне не нужен, понятно? Ра, карандаши отличные. О, так этот карандаш называется карандаш, который есть у всех. И Ранта сказала мне так. Мне он не нужен, даже если ты мне дашь. О, но карандаш ведь хороший. Да, мама, Нор тоже так сказала. Может, она имела в виду, что все люди пользуются одинаковыми карандашами. Когда я была в твоем возрасте, доченька, у меня тоже был такой карандаш. Да, правда, мама? Я хотела дать это всем, но из-за того, что Ранта сказала это, мне было не по себе. Машаллах, значит, ты хотела дать этот подарок всем, так, доченька? Да, мамочка. Иншаллах, твои добрые намерения были записаны как добрые дела и получили награду. Правда? Потому что дарить подарки – это сунна, рекомендованная посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. О, это правда, мама? Значит, даже если подарок не принят, я все равно получу награду? Да. Вау! Если мы часто даем подарки, это может защитить нас от плохих дел и скупости. Также это смягчает сердца людей, доченька. Скажем так… Когда ты получаешь подарки, ты ведь счастлива? Счастлива, мама, потому что я получила подарок. Знаешь ли ты, Рара? Да, мама. Каждый раз, когда мы даем людям то, что их делает счастливыми, наши сердца изнутри тоже чувствуют счастье. Да, ты права, мама. Особенно, когда наш подарок заставляет их все время улыбаться. Чувствуется прямо, как бабочки летают, знаешь? Так приятно. Ну вот, ты больше не расстроена, правильно? Да. Что, если мы сделаем эти карандаши для всех счастьем для всех? Ты это сможешь, мама? Давай, давай, мамочка. Время для творчества Рары. Вот так. Да-да-да. И это. Вот так. Вау. Закончили. Ух ты, выглядит таким милым. Мама, мне нравится. Спасибо, мамочка. Вау, эти карандаши такие милые. Да, я вас тоже научу, ребята. Классные карандаши. Да, осталось два. Вау, классно. Ух ты, какие милые карандаши. У них есть цветочки. Да, мне мама помогла их сделать. Вот один для тебя, Нор. Спасибо, Рара. Ра, я тоже хочу один. А, но тут остался только один. О, только один? Да, хорошо. Ну ладно,
этот последний для тебя. Правда, Рара? Спасибо большое, Ра. Но как ты потом будешь писать сама? Да, у меня есть еще один, который я использую, чтобы писать. Мне просто нужно его украсить, чтобы он выглядел так же. Пожалуйста, научи меня. Конечно. Да. Звонок! Идемте, девочки. Пошли. Переведено и озвучено по заказу канала «Худа ТВ».